необычный сюжет картины, смысл которого вам еще предстоит разгадать. Ну а технические задачи выглядят следующим образом. Я хочу написать портрет девушки на маленьком формате с помощью акрила. Это оказалось сложнее, чем я думал. Акрил в плане написания реалистичного портрета гораздо сложнее, чем масло, потому что высыхает он довольно быстро, и небольшая разница в оттенках достигается только лишь смешением цвета заново. Тогда как в масле вы можете просто взять недостающий оттенок и вмешать его в ваш цвет. Масло сохнет довольно долго и позволяет вам корректировать формы, корректировать оттенки столько, сколько нужно. Тут еще и проблема в том, что когда акрил подсыхает, он немножко меняет цвет. Причем в зависимости от фирмы красок, какие-то практически не меняются, а какие-то меняют оттенок. Предугадать это крайне сложно, особенно если пишешь акрилом редко. Идея этой картины появилась, когда я просто хотел записать холст, на котором у меня была палитра, но в итоге я разглядел некоторые образы и добавил, собственно, точности. Возможно, я еще буду ее дописывать, но в целом она уже практически состоялась. Что вы думаете?